хотите вопрос, как вы думаете, что вот там лежит сейчас? Это авиабомб. Листовые части. Вот так вот они у нас эксплодируются. Просто так. Самое интересное в том, что раньше здесь все функционировало, все летало, все работало, была красота. А сейчас здесь полный разрыв. Куда я еду, на самом деле я поехал с мальцом, закат. Ну, потому что он каждый раз разный. И не факт, что завтра вообще будет солнце, а не тучи. Поэтому я поехал по дороге, которая вообще не понимаю, куда ведет. Я хотел выехать на взлетно-посадочную полосу, на аэродром. Здесь. Нас здесь в прошлый раз гоняли, но чуть-чуть в стороне там, потому что работающий РЛО здесь. А тут я вообще не ездил. Вон что там впереди. Дорога. Я вижу, что от дороги идет пар. Потому что воздух резко все опустилось, температура. А тут все. Все в таком виде, в таком состоянии. Но красиво. Не знаю, видно вам или нет, но я вижу пар. Вот он снизу, прямо он стелится. Но подъезжаешь, он исчезает. Интересные дорожки, я тут не был ни разу. Ну, красиво. Бывшая полоса. Тишная гладь. Кто-то едет. Вообще тут много странного. Знал эти сооружения. Да, это ангар, где хранились самолеты. А вот и сам самолет. Дохлый, убитый самолет. Вот так вход в аэродром выглядит. Но вот там двигатели валяются. О, может быть, видно. Техника старая. Хотел закат посмотреть красивый, но похоже сегодня не удастся. А вот с той стороны, ну не видно, там РЛС-ка стоит. Если честно, я вообще не знаю, можно здесь ездить или нет. Но там машины стоят. Это дорога. Не рулежка. Ну что-то такое. Сюда точно вход запрещен. Вот кто-то там сидит в будке. Вот. КПП. А тут что? А тут как будто была война. Звуки капающей воды. Раздолбанная техника. Как вам такой пейзаж? На самом деле немного стремноват. Глядя на все вот это.
были казармы. Тут сталкера можно играть. Или снимать. Ну вот тут похоже все. Тупик. Вот эта рулежка, по которой я еду, и взлетно-посадочная полоса. Тут, скорее всего, стояли самолеты. Вот эти надолбы, это чтобы они стартовали, наверное, начинали движение. Пока вроде за мной никто не гонится там, что сюда ехать нельзя и так далее. Можно немножко поснимать, показать вообще масштаб весь. Прямо тут видно, как туман поднимается над деревьями. Из-за того, что все быстро остывает, воздух, земля горячая. И вот происходят вот эти испарения. Тут, конечно, обалденный вид. Вот она, взлетно-посадочная полоса. Так. Вот она, взлетка. Ну сколько, 3 километра, наверное? Не знаю, может больше. Три километра взлетно-посадочной полосы. Народ здесь гоняет. Быстро гоняет. Сколько уже едет, не пользуется, никто не знает. Нет, знают. Я встретил одного курсанта молодого. Он мне сказал, что с 14 года полностью всех разогнали. Разогнали, и теперь здесь просто ВПП. Хотя вот там РЛС, и она крутится. Крутится, реагирует на объект воздушный, сканирует пространство вокруг. Красота. Когда-то тут все работало, ну, конечно, сейчас уже ничего не работает, ничего не функционирует. Вид такой своеобразный, красивый. Мне больше всего, конечно, небо нравится. Вот оно. Поехал сюда ради заката. Прикольно. Такие розовые облака. Но видно, что они быстро идут, и там сейчас это дело все, в общем, закончится. Особенно совсем скоро уже солнце полностью сядет. Завтра еще много работы интересной. Надо все доделать. И можно продолжать путешествие. Решил немного прокатиться. Разгруженный. Без груза. Дела сделал, но уже вечер. Ехать куда-то поздно. Завтра, скорее всего, завтра еще один хороший день. Пока спланировал маршрут, но завтра посмотрим, насколько встану, как будет настроение. Может, уеду дальше, но пока не буду говорить, куда. А это за Гружно-Сельем, за Белогоркой. Красивая дорога, поля, пока светит солнце, в общем, все красиво, все здорово, почистил велик немного от грязи после дождя, немножко сдул амортизатор задний, чтобы он нормально отрабатывал, ну и вот, решил прокатиться по старым местам, где был. Красивые места. Заехал за Изору,
Там есть источник воды серебряный. Много там серебра. Она вообще долго не портится. Красота. Тут сделали новый асфальт. Вот дорога, я по ней еду. Красота, чего? Он и так был хороший, конечно. Ну, как хороший? Я помню, что было 20 лет назад. Поэтому, скорее всего, его раздолбали, а сейчас вот новый опять. Это здорово. Вон сзади кто-то настигает. Сейчас будет горка вверх-вниз. Супер вообще. Вот ощущение. Хочется ехать, ехать, ехать. Поэтому на велике в такую погоду туризм — это просто, это очень хорошо. Это супер. Просто кайф. Погода классная. Во воскресенье. Вы смотрите, сколько народу едет уже обратно в Санкт-Петербург. Иначе будет пробка. Нереальная пробка, и они там все встрянут. О, горка. Горка вниз. И наверх. Ну да, по сравнению с Карелией, это так, побаловаться, даже никто не переключается, и скорость меньше 30 не падает, даже в горку. Ну, пустой, плюс уже надрессированный, да, отдохнул немножко, да. Ездите в Карелию, друзья, пик формы обеспечен. Вот такое вот озеро, где мы раньше купались. Вот там вдалеке видно дружную горку, откуда я приехал. Надо воду потрогать. О-о-о, вода теплая. Вода кайф. Может, купаться? Но я не буду. Купаться, но я не буду. Вот. Так, красота. Аппарат стоит. Когда он без всего, конечно, смотрится по-другому. И озеро наше. Красивое озеро. Кайф! Луга, солнце. Пол восьмого. Еще тепло, в шортах можно ехать. Я приехал вот оттуда. Вот она, развилка. Сейчас поеду в Сиверскую прямо, через Лампово. Та дорога, конечно, красивей. Так, уступи дорогу. Есть кто? Вообще не вижу. Нет. Сейчас можно ехать. Ну, они все туда поехали, в Санкт-Петербург. О, чуть шею не сломал. Неудобно крутить головы. А тут асфальт просто огонь. Здорово. Ощущение очень приятное. Ну что ж, посмотрим, что дальше интересного увидим. Вот какая взлетка сегодня. РЛС не крутится. Стоит, интересно. Отдыхает. Из этого будут делать запасной аэропорт для Пулково. Правда это или нет, не знаю. Да. Аэродром, это, конечно, хорошо.
интересно, что там в конце поля. Я, кстати, там ни разу не был. Было бы интересно скататься. Красота. Красота пока. Солнце. О, ничего мне напоминает? Нет? Правильно. Это фактически запаковка. Сейчас опять надо все собрать. И это еще не все, не все вещи. И вот на этого товарища все это дело загрузить. Поехали. Все, я уехал от Тани, от родственников. Сейчас, чтобы сэкономить время, поеду на электричку. Билет я уже купил. Все, а из Питера вдоль Финского залива в сторону Выборга. Насколько уедем? Там найдем место, где можно было бы заночевать, насладиться закатом. Завтра опять погода портится. Ну и уже надо ближе к дому собираться. А пока погода хорошая. Хотя завтра уже будет похолодание. Готовим еду. На этом мы навещали отца, он там, его не видно. Сейчас поедим. Могилку прибрали, все привели в порядок. Поедим, да поедем дальше. А я и тут бродил совсем рядом. Рассматривал фамилии. Я понял, почему я ничего не нашел. Все было заросшее. Ну, теперь порядок. Теперь все хорошо. Ну что, выезд из города. Хотя нет, еще далеко. Проехал Черную речку. Машина умерена. Вот все едут из города. Получается, сейчас что, старая деревня будет? Надо литр воды купить. По-любому где-то высмотреть магазинчик. А то завтра будет, наверное, сложность. Лучше купить сейчас, чем завтра где-то искать. Будем искать. Вот это башню построили. Вот это жесть. Только зачем, непонятно. Ехал в курортную зону. Сестрорецк проехали, и вот слева тут пошла велодорожка. Я вот думаю, уйти на нее или не выйти. Там, в принципе, оживленно. Народ бегает, на великах люди встречаются. Велодорожка солнечная. О, как тут деревья оформлены. Надо искать место. Красиво. Тихо, но тут рельеф такой, посерьезней. Вообще, я тут не был очень давно. Поэтому надо ориентироваться как-то, я не знаю. Вот он, вечер. Красота. Нашел место, все, никуда больше не поеду. Это около Солнечного, вот тут как раз. У Финского залива есть такая дорожка. Тут можно все поставить. И будет красота. Посмотрим, как солнце сядет вот туда. Это будет здорово. Эпично. Завтра обещают не очень погоду, но посмотрим. Если будет хорошая, поеду дальше. Туда. С таким расчетом, чтобы в среду вернуться нормально к электричке. И все, едем домой. Хотя завтра обещают дождики, и они придут с той стороны. Там уже, кстати, видно, что тучки есть. Ну, посмотрим. Народ купается. Здорово. Сейчас поедим. 21-27. Добудем
Теперь помоешь и спать. Доброе утро, страна. О, красота. Трактор ездит, а не за мусором, похоже. Всех разбудил. Ну, пока все хорошо. Время 8:45. Пора вставать. Утро. На пляже. Никого нет. Никого. Все хорошо, тихо, спокойно. Кто-то уже пытается идти голым. Тут собака гуляет. Вон оттуда я пришел вчера. Погоду посмотрите. Будет она портиться. Если сейчас 4 часа начнется трэш, как они обещают, тоже такие. Все сушится. Спальник. Тоже сюда приехал. Может и с ночи. Все, уезжаю с пляжа. В 4 часа дождь и надвигается чаще. На самом деле такая конкретная. В общем, метеорадар показывает, правда. Остальное все так. Сейчас будем выезжать. И все. И в Питер. Ух ты, ё-мо, какой крокодил. Велодорожка вдоль Приморского шоссе. Так, наверное. Сейчас до Сестрорецка, потом в Питер. Может, по пути где-то что-нибудь съедим, не знаю. Ну, сейчас пока сытость есть. Топлива достаточно. Погода такая. Пасмурная. Тут небольшой маневр. В пасмурной погоде есть один плюс. Когда не сгоришь. Не так жарко. Но если ты намок, высыхать будешь намного больше. Финальный день путешествия. Ямы. Все хорошо. Перед Сестрорецком дорога велосипедная идет вот так. Это именно дорога, а не дорожка. Просто автобан. Время 11:34. Ветра почти нет. Едется нормально. Думал, еду прямо ты и приехал в парк Сестрорецкий. Вот и залив. Тут такие дорожки красивые, пешеходы гуляют. И начинает накрапывать дождь уже. Засада, надо запаковываться срочно. На остановку какую-нибудь доехать и хотя бы вещи, чтобы не промок, запаковать. Значит, все, конец. Даже скамеечка есть, но только дикий холод будет. А теперь вопрос, если готов. Зачем я спускался вниз? Я его на шабрус был самого, пока я там стоял. И уйти не мог. Ну, кто догадался. Молодец. Что нет? Значит, скоро сам поймешь, что... Нам надо туда. Я был вот там.
сегодня так не проехали. Паркутовский переход пошел. Это жизнь. Это жизнь. Видите, моторная дырка работает. Сейчас подборки будут все сделать. Пол-пол. Это вариант, он будет сильно.